Всех приветствую на своем канале. Сейчас будем снимать видео про кун. Просили показать, как он крепится. Чего как, Игорь, иди мне, будешь помогать. Откроем, давай, наверное, с той стороны откроем этот утеплитель капота. Но я уже снимал, говорил, что у нас вот это вот недоделано. Здесь должно стоять такие переходники и удлинительно. Ну просто задери, да. Сзади, значит, он растяжки куна крепится вот так на площадку. Он одной шпильки у нас еще нету. На трех там-то вроде все растяжки стоят. Вот он длинный насквозь. Идут шпильки, были в комплекте. Я заказывал их с растяжками. Эти тоже докупал. У меня был. Я купил за 50 тысяч без задних вот этих растяжек. Вот он так сделано. Площадка, не знаю, будет видно. Свет. Достаточно, нет? Вот она и шла, идет. Это получается, что у нас? Швеллер. И вот сама колонна. Колонну я тоже уже эти менял. Есть видео, как я их сломал. Значит, вот они. Лонжерону так мы захреначили. Спереди сейчас. Спереди вот так вот. Протягивали 1, 2, 3 раза, наверное, или 4. В общем, через неделю, через 2 протягивали заново. Здесь он идет. Железка здесь, наверное, 15, десятка точно. Лонжероны свои родные оставлены, вон болты. И вот идет такая накладка. Вот так она сделана. Здесь тянули, все выдавливал, все по-серьезному тянули. Но эти болты тоже было трудно вставить. И вот колонна. Здесь уже у нас ломало. Из-за чего у нас, Игорь, ломало? Из-за лонжерон сломало. Было у нас лонжерон сломало. Да, и он как бы, вся установка шаталась. И вот эти вот распорки, вот в этих местах сломало. Но здесь заварили тот шов и накладку сделали, вдоль проварили. Сейчас вроде все держит. Был сломан тот лонжерон, да? Да, тот. Угу. И вот он сзади вот так на колокол крепится. У нас с той стороны хреновенько. Это все, сторона вся как положено. Вот он на колокол, то есть он стягивает. И эти... Эта сторона на лонжероне. То есть как бы лонжерон и этот сцепление, вот этот промежутка. Как она? Промежутка, наверное. Она стянута в одно целое для жесткости. Да, и вот эти вот болты очень важные. Важно следить за ними и смотреть. Все мы вроде смазали. Такие пальцы хорошие здесь в новом их шли, чтобы они не шевелились. Из-за этого надо смазывать их обязательно. Ну вот так. Вот она. Растяжка. Поперечины у нас нету. А вот задним бортовым вот эта растяжка крепится. Ну, свою работу он на 80-ки сделает. И как бы достаточно. Тяжеловатый он такой, блин, массивно сваренный. Ну, зато не ломается. Цепи, цепи заводские. Метизовские мы уже ставили. Груза стоят у нас. Ну и такой этот... Площадка это заводская за захват для силоса. То есть здесь была сверху этот захват, и с это снизу вот так вот все вилы были. То есть это не для силоса, ну для силоса и для навоза как бы они идут, вот такие вот вилы. Так, ну вроде бы по куну все рассказал. Сверху вот, да, здесь еще идут вот эти длинные цилиндры, они как бы дорогие. Но можно сюда, мне кажется, центральный один сделать и к этому. И он будет выворачивать. Да,
Да не к этому, не обязательно сюда, к этой петле, а приварить ниже. Можно здесь петлю приварить, сделать. Главное рассчитать, чтобы он до конца выворачивал, да. То есть и все. А вот эти вот, они у нас текут, уже несколько раз перебирались, и я что-то их спрашивал в магазине, они стоили, блин, 1014 или 15. То есть вот эти я, это, желтые два взял за 15, а это длинный один в магазине был 15. И как бы на крайний случай просто приварить петлю на стреле и сделать один цилиндр. Только по длине подобрать и все. Ну так что как-то вот так. И эта сторона у нас разорвана, тоже ремонтировали мы ее. Упор. Стараюсь, то есть Синаш ему 500, там 800 килограмм, ему как бы тяжеловато грузить. Да не то, что даже тяжеловато, а перед проваливается. И вот в июне, в начале июня мотали Синаш, он передом резал прям, резал землю, то есть скосивший, все убравший, вода маленько стояла, ну, рановато, но уже надо было Синаш мотать, и он передом резал. Я думаю, что с передком даже не помог бы, не помог в смысле того, что, конечно, он с передком бы 82-й лучше ездил и как бы лучше все грузил, но передок бы рвал почву, то есть чуть-чуть буксанул, чуть-чуть зад дал вперед и колеи бы делал бы. И, может, даже быстрее бы закапывался. Так, что я еще тут ставил? Краны трехходовые, то есть выход. Так, делал так, чтобы вот вся эта фигня, как бы, надо бы ее нормально сделать. Но как есть, так есть. Вот я делал у нас и цилиндр задний, и прицеп. То есть выходы есть. То есть краном переключаешь, и работает цилиндр и прицеп. Так что сделал вот этих два здесь крана и с той стороны два крана. Этих два крана, одна линия на цилиндр центральный, а та два крана, линия на прицеп. Так что, ну, вроде все. Пишите, комментируйте, что, то есть, интересно, неинтересно. Вот это я снимаю, то есть, по просьбе подписчика, написал мне в комментарии, покажи, как он крепится, как чего делается. Вот сама у них колонна вот такая вот, она сделана вот так. Еще раз пройдем здесь прямой, вот видно, что у нас один верхний болт, а нижнего нету, нижний сломало, но сломало еще до нас, и мы так его и не сделали. Ну, вроде все показал, так что на этом все, наверное.